интервью. Самый интересный Влад Живодер. Если есть у нас где-то вдруг камера здесь, давайте попробуем. Вот. На победителя нашей квалификации сейчас вам показать крупненькое, может быть, получится. Влад, как настроение? Ожидалось ли такого сегодня? Всем приятно. Погода супер, все супер, первый этап. Главное, чтобы мы с машиной ехали в одном ритме, да? Давайте попробуем победителя квалификации. Влад Живодер. Так, Игорь Августинович. Вот этот человек, за которого мы очень переживали, да? Вы помните? Первая попытка. Что помогло собраться, Игорь? Сталин расслабился, перестал ломаться и сделал это, да? Все, доволен? Поздравляем тебя, ты рефанс. Так, кто? Рома нас, конечно же, сегодня удивил, да? Рома Кондратенко, давайте поприветствуем двукратного чемпиона еще раз. Не знаю, что у тебя спросить, как тачка, и где у тебя теперь? Что произошло? Может, двух слова буквально? Пошло немножко не по плану, мы сделали просто тестировать эту тачку с новой местной блок переплавки на мастер и не планировали ехать. Но мотор на дистанции стал тук-тук-тук и пришлось ехать на тачке, которая еще пару если по месту, но мы все вот экстренно, то делаем, как мне нравится. Как договорились, два слова буквально, да? Как настрой на гонку? Настрой побеждать. Настрой побеждать, вы слышали, как говорят, чемпион. А на вы еще хотите услышать, кто у нас тут? Знак на победу. Паша Камшай, как тебе удалось сделать 90 баллов с первой попытки? У меня спорта хорошая. Спорта хорошая? Его заслуга? Ну, я думаю, да. А он думает, да. Кто с фото? Алексей Вишня. А где здесь? Можно его поприветствовать? Да. Давайте Лешу тоже похлопаем. Говори, что заслуга с фото, насколько вообще влияет... Ладно, это долгий философский вопрос. А на чем поедешь? На этом или что-то там тебе готовится? Я очень надеюсь, что парад не успели, но организуем машину и поедем на... Дальше, тогда техникам, работникам, мастерам пожелаем удачи, чтобы справились. Спасибо. Паша Камшанин с первой попытки 90 взял. Я Денис люблю Дениса всегда. Мне очень удобно у него брать интервью. Я беру как этот... Петитор, да, или как называется? Как дела у тебя? Замечательно. Пинского стиля раздашь сегодня? Да. У меня еще такой вопрос. Ты игуаны не боишься? Нет, сейчас игуаны нет. Наверное, не боюсь. Это хорошо, не бойся, Иван. Не понял. Ну, шутки, не понял ты, ладно. Короче, игуаны иногда не такие страшные, как кажутся. Я тебе желаю удачи, давай смотрим. Роман Кубрянь. Ромка, я вижу, что ты уже меньше волнуешься, чем перед квалификацией. Вот как тебе удалось собраться и, в принципе, неплохие баллы показать? Как тебе ощущение первый раз на трассе достаточно серьезной? Где-то опасно и страшно. Первый поезд был страшный, очень хорошо. Дальше еще лучше получится. Ром будет стараться, дайте шуму Роме. Короче, мы решили всех показать, да? Ну, конечно, у нас по разным участникам. Женя Миличук, да, Женька, на новой тачке, свежесобранной, буквально еще 2 дня назад ее еще собирали. Как ты, насколько быстро с ней подружился, все ли не боялся, все ли тебе нравится с ней? Подружился быстро, все нравится, все класс. Тренируемся, вкатываемся, получаем удовольствие, как и всегда.
Отлично, это то, что нужно. Получить удовольствие от дрифта, от крутого мероприятия. BMW или Nissan? BMW или Nissan? BMW. Все BMW. Все BMW, да? Все BMW. Все BMW. Так, да, Виталий Сливольчик здесь. Скажи, пожалуйста, вы как-то договаривались, что все желтенькие станете красиво рядом? Конечно. Это план был такой, да? Ну, типа, вы его придерживаете. Скажи, пожалуйста, как тебе квалификация? Все хорошо, первые две попытки все получилось. Значит, на возможности этой машины я получил удовольствие. Насколько я соскучился по большому дрифту, я имею в виду, мы видели, как ты выступаешь в Pro 2 и уже ты поездил в этом сезоне. Насколько вот раупищи дают другие эмоции? На самом деле колесо Держаковое дает вообще уникальные эмоции. Знаете, есть такое понятие, как я скажу помягче, по померу. Так вот по померу он, конечно, удовлетворен полностью. Чего ты сказал? Ладно, Виталий Сливович, удачи. Так, Артем Лестис. Друзья, эти пилоты ваши на 5 минут.